Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем, ребята, долбить космического бомжа. Ну что, одно очко у нас есть, сделаем его на ракеты и, наверное, погнали, ребята. Не будем долго ждать, как говорится. Йоу, мистер Кот послал меня вне очереди, так как у него дела. Да ты хоть знаешь, кто я такой? Никто не знает, кто я такой. Потому я и спрашиваю. Ну что же, давайте узнаем, кто он такой. Давайте, ребятушки маленькие, стройтесь. Так, ниндзя, давай, зарабатывай мне дополнительные ресурсы. Ну, что-то как-то они, ребятушки, быстро уж больно сюда прибыли ко мне, а? Вам так не кажется? Так, давай, 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 давай. Да что такое, нет у него энергии, а? Так, ладно, увеличивайтесь. Давай, гигант, стройся. Замечательно. Ну что ж, давай, рэпер, косморэпер, посмотрим, насколько ты крепок на наш зубок. Так, он отправил свою свинью. И она ко мне подкрадывается. Такого допускать нельзя, это естественно. Опа, смотри, что делать. Смотри, что происходит, ребята. Ёлки-палки, а где моя вся армия-то, а? Эй, так дело не пойдет, ребят. Смотрите, он меня уже практически половину сердечка покоцал. Как он так быстро умудряется выстраивать свою армию? Нет, ребят, так дело не пойдет. Красноголовики, ну-ка вперед. Давай, о, ниндзя появился, это хорошо. Ниндзя, это замечательно. Да еще бы доставали бы его звездочки бы до вражины. А, есть, до одного дотягиваюсь вроде бы. Замечательно. Еще один амбальчик. Ребят, мы вроде бы как бы оттеснили врагов. И вроде бы как на коне. А это хорошие новости для нас. Так, давай, клешни руки. Устроим там взбучку. Так, маленький, стройтесь давайте. Ни в коем случае нельзя их пропускать ближе моей территории. Ракеты, что такое, не дотягиваются. Может быть, еще одного амбала построить себе, а, ребята? Есть. Замечательно. Опять он свою свинопаску эту выпустил, а? Ладно. Пока терпим, ребята, пока терпим. До поры до времени. Мы у него, смотри, тоже немножко уже покоцали жизни, но это все-таки ерунда по сравнению с тем, что он со мной затворил. Смотрите, как мне сегодня фартит, ребята. Амбал за амбалом у меня вылетает. Правда, долго они почему-то не живут. Хотя, вру. Двое вон они на поле брани. Наяривают его. Ну, практически сравнялись по жизням с ним. Давайте. Так, бомбы сюда. Лишние руки в атаку. Так, что у нас? Маленьких. Надо будет маленьких делать. И как можно больше, ребята. Так. Замечательно, ракета пошла. Так, один суперудар у меня есть. Вот чё гад вытворяет, смотрите, а. Он суперудар применяет как раз в то время, когда у меня их кучка. Ну, я имею в виду моих роботов. Что они возле меня крутятся все, а? Надоели, ей-богу. Так, ну что, давай, а, ниндзя уже появился. Так, опа-на, ребята, мы уже кромсаем его потихоньку. И практически сняли ему сердечко. Ну разве это не прекрасно, а? Я только об этом и мечтал. Так, иди сюда, дай добить, а. О, ребятушки, все, они уже подкрались слишком близко. Слишком я увлекся своим робото-ниндзем. Так, давайте, 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 давайте эту свинопаску сносим. Вот так вот. Питомец, он хоть и бесполезный, но очень крепкий для моих роботов, и они очень много сил затратят, чтобы его убить. Поэтому проще его, конечно же, взорвать или еще что-нибудь в этом роде. Укрепляем. Вот, вот это вот хорошо. Давай, 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 давай. Бомби его. Бомби его, чтобы он не зазнавался, ребята. Так, ракетница у меня готова. Ну, кого усилять-то? Вот этого, что ли, одного? Ну, раз уж выбрал, то пускай усиляется. Не, ну как так? Вот он опять уже выстрелил армию такую гигантскую просто. Сейчас, если она сейчас до меня доберется, мне будет край, ребята. Поэтому надо что-то делать.
Как-то набивать ресурсы. Ракета. Да давай, 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 давай. Ну. Эй, ребята, плохи дело, очень плохи. Да увеличивайтесь вы, елки-палки, а. Ракета. Фу, вроде бы отбился. Ну, пока кажется так мне. Так, минное поле. Я вот только того не мог понять. Минное поле мои ходцы или нет? Вроде как нет. Но почему-то они уж больно быстро как-то разбираются. Ладно, это нам пока не суждено проверить. Да и думать нам пока об этом незачем. Надо обороняться. Так, лилипуты пошли, зубастики мои. Рама тут у меня затесалась. Нет, они все-таки на моей территории, как бы сказать, проводят больше времени, чем я на его. И к тому же у меня уже пошло второе сердечко. Это не есть гуд, ребята, это не есть гуд, потому что я могу отдуплиться. Так, ниндзя, отрабатывай, отрабатывай. Да, отработал. Амбал, вся надежда на тебя. Под усилением, я надеюсь, ты хоть что-нибудь здесь сделаешь путевое. Ракета. Так, что ж, придется тоже суперударом пользоваться, ребят. Не все же мы печеньки кушать. Так, давай усилим. Пилорама. Так, минное поле у меня еще есть. Ракета пошла. Вот сюда влепим. Так, мой питомец, как всегда, встанет, стоит там, глючит. Ну и, соответственно, отдуплился он. Много, причем он не повоевал, я посмотрел. Опять на меня прут, а? Ну давай, давай, давай. Надо, когда их много, надо больше маленьких строить. Да, пускай они слабенькие. Но, по крайней мере, они мне дают хоть какое-то время для... Заткнись там. Времени для того, чтобы я хоть что-то смог построить. Или запустить бомбу, или мину поставить. В общем, у них есть свой плюс. Да куда я эти мины-то влепил? Да, ребята, потому что нажал два раза, и они автоматически ставятся туда. Что, уже на моей территории, да? И уже меня разбирают. Ну, этого нельзя позволить. Да где мой суперудар, а? Когда он накопится? Так, давайте, давайте, давай. Робот, ну, толку-то от тебя, ну... Все-таки есть маленький толк. Ну, правда, очень маленький. Это когда они... Ох ты, как у меня там амбал воюет, а? Амбал. Робот четвертого поколения, назовем его. Или просто дробаш. Так будет, наверное, лучше. Так, опять эта свиноматка летает здесь, а? Что он, интересно, делает? Нате вот вам ракету. Мину. Пока, свинюха. Нет, 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 нет. Сколько он маленьких налепил, а? Вот так вот, ребятушки. Теперь я тоже буду действовать. Все, все, вроде бы пока на коне. Так, давай, давай, лишние руки. Да куда ж ты развернулся? Хотя, в принципе, понятно, куда он. Смотрите, сколько он оплодил этих своих пилорам. Как он умудряется это все сделать? О, замечательно, прошла ультра. Да. Но меня это почему-то не спасает. Так, ниндзя, ты уже вернулся. Умница. Сразу же лети в бой. Потому что толку от тебя сейчас никакого. А вот там ты как раз пригодишься. Так, поставим мины. На всякий случай, вдруг полетят на меня. Они уже летят на меня. Так, ракету. Я не могу понять, а ракета что, взрывает мины, что ли? Типа того. Много чего мне не понять. Да и некогда, если честно, понимать. Ёлки-палки, опять он свинью эту выпустил, а? На-ка на мину. Да, мины неплохо отнимают. Смотрите, оп. Нет, еще не умерла. Ну, все, готово. Давай, 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 давай. Ракеты, мины, все. Все, что можно, используем. Блин, у меня последнее сердечко, ребята. Это очень-очень плачевно для меня, ребята. Ёлки ты палки, а. Все, смотри, зажали.
очень мало у меня жизней. Их практически нету. Я что-то кручусь здесь, а? Клешня, что забыл? Ну давай, давай, амбал, стройся, ну быстрее, ну. Давай. Отлично. Так, три амбала. Два. Это у нас то, что надо. Дайте ему там трепку как следует. Ага, ракета сработала как надо. Какого лешего он так быстро разобрался с моими амбалами? Пипец просто, я в шоке, блядь. Значит, мы его там... И как он так стреляет, что практически убивает на моей территории врагов? Ой, врагов, моих роботов. Видели сейчас только что, да? Стрелял он с базуки своей. Да. А я, видите ли, могу только по ограниченной зоне бить. Круто, конечно. Тут, чё ж тут говорить? О какой-то справедливости вообще может идти речь, а? И ульта моя, да, сработала, блин? На одного робота. Копишь, блин, применяешь ее и убиваешь всего одного робота. Нормально. Когда он вот так вот пачками ложит, блин. Гнида, а? С повязкой. Давайте, малыши, вся надежда на вас. Зубастики, вперед. Я вас немножко укреплю. Укрепил. Нацеливался на трех, а укрепился только один. Давай, ниндзя, иди в бой. Защищай меня. О, смотри, видели, как он стреляет из ракетницы? Так, нечего тут делать, это свинюхи. Так, он уже выстрелил дробовика своего. Вот, вот, вот это вы сейчас правильно делаете. Давай, не ори там лучше. Давай, 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 ребята, ну. Да, конечно, как всегда. Ну. Ну, осталось там у него. Мы практически на равных, ребята. Ну, мы сейчас на его территории. И робот мой улетел. Так, давай, зубастик. Давай, маленький мой. Догрызай его там. Ну, че же так? Я бы вас усилил, да не дотянется до туда. Ну давайте, ну еще. Все, отбил он, гад, атаку, по-моему. Давай, клешни руки. Под усилением там устроим взбучку. Че ты подкрадываешься ко мне, а? Ух ты, они тут вдвоем. Даже втроем, я бы так сказал. Так, ниндзя, лети. Защищай честь сенсея, как говорится. Усилим. Ну, давайте, давайте, давайте. Ниндзя, бей ты, елки-палки, с этого рэпера. Зачем ты отвлекся на роботов? Ульта называется, сработала, да? На одного робота. Замечательно просто. Ну хоть кто-нибудь-то сделайте ему пару ударов. Давай, ниндзя. Вот, как раз он его к себе подкинул. Ну пару раз мечиком-то ткни в него. Ну! Да ну что же ты делаешь? Давай, лилипут, жри его! Ну! Ну! Ну что же это такое-то оно? Да есть, ребята, я не ожидал такого, конечно. Блин, все, я победу вырвал у него, в буквальном смысле слова. Ух. Замечательно, ребята, и мы проходим на 14 уровень. Ух. Так, ну что, заработали мы одно очко. Давайте его в ракету впустим. Менять, я думаю, этих мы не будем, питомцев. Давайте приступим. Мне пора идти, но ты не торопись. На тебя это не сразу подействует. Хе-хе, хе-хе. Чё значит хе-хе? Опля, это что тут происходит? Только не говорите, что босс, а, ребят. Опачки. Смотрите, что получается, а. Он меня хочет выловить из коробки. Космобомж. Не дрейф. Так, 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 уворачиваемся. Получил в лапу. Как он так быстро? Да, ниндзя, куда ты пуляешь? Ты что, иди нафиг в бой. Достал своей тупизмой.
Так, уворачиваемся. На, в лапу. Так, хорошо, пока, ребята, пока сдерживаем. Пока, вы посмотрите, как он армию клепает. Если он ее вообще, конечно, клепает. Уворачивайся. Так. Я даже не знаю, что делать-то, а. Тут надо делать все. Абсолютно, еще следить за этой, чтобы она меня не сбила. За этим космомусором, так скажем. Нате. Кстати, космомусор, когда летит, мало того, что он летит по лапе этого кошака, а он еще и убивает на своем пути роботов. Я так понимаю, что у моих, что его. Поэтому нам как бы выгоднее, чтобы вот так вот было. Да, они как бы кучнее стояли, чтобы она залетела именно в них. Нашел, когда философствовать, елки-палки. Меня тут уже сейчас прижмут, причем неплохо. О! Давай, ракеты. Так, ну что, ребята, почти половину хп мы отняли у этого кошары. Осталось только начать и закончить. Ёлки, еле успел, а? Увернуться. Все, что ли? Они уже возле меня? Ну, где вы там копошитесь-то, а? Давай, родной. Вот. Ну, мусор, ну, лети. Отлично. Вот сейчас было сработано замечательно. Как раз они там стояли в рядок. И всех их покоцали. Ниндзя, иди отсюда. Ты здесь не актуален, если честно. Еще с тобой управлять здесь. Давай, уворачиваемся. Круто. Так, ульта пошла. И, как говорится, ничего она нам не дала. Елки ты палки, а, уже бомбят меня. Давай, уворачивайся там. Стоит Харю, плющи. Ну, бомбы, мины, все. Все вперед. Кого усиливают? Усиливать некого, блин. Два робота, блин. И то покоцанных каких-то летает. Так, давайте вот сюда. Опа! Всего одного убило. Ну, это кисло, ребята. Это очень кисло. Гады, и снизу, и сверху. Зажали меня, по-моему. Так, давайте уворачиваемся. Естественно, мину. Естественно, ракеты. Ульта почему-то... А, нет. Сработало, ребята, сработало. Два робота. Так, уворачиваемся. Вот это было замечательно сделано. Так, ребят, ну я так понимаю, еще бы мне прожить. Буквально мали... Ну как, мне прожить? Конечно же, бомжу. Буквально два или три ходика. Так, уворачиваемся. Да, еще где-то хода два надо. Каких хода два? Два потока мусора, а меня все плющат и плющат. Так, мины, ракеты, усиление. Кого усилять-то? Так, уворачиваемся. Усилять-то, блин, и некого. Просто некого, никого нету. Так, еще один космомусор и все. И я думаю, что лапу мы эту прошли. О, маленько отбился, ребята. Нет, еще надо ждать один. Ну, я думаю, как-то я протерплю, продержусь. Давайте все будем включать. Да куда ж ты, давай ниже. Так, замечательно. Есть, ребята, есть. С горем пополам мы его прошли. Я, честно говоря, думал, что все-таки они меня закоцают в этом раунде, но... Но все обошлось, и у нас 15 уровень. Повышаем наши ракеты, любимые. И давайте глянем, что там впереди у нас. Опачки, мы вылетаем из своей коробки. Недовольные какие-то почему-то. Так, ты все еще жив? Ну а ты как думал, а? Должен признать, мне нравится играть с тобой. Но это начинает утомлять. Я должен спать 15 часов в день, а ты все никак не уймешься. Ну, извини, кошара, ты отобрал у меня коробку, ты должен спать 15 часов. А где, по-твоему, должен спать я без коробки, а? Так. Пока неплохо, ребята, пока неплохо. Так, давай отстреливайся там.
Как они так быстро умудряются до меня дойти, а? Мы и копошатся все в этой нейтральной зоне. А он уже ко мне подбирается. Даже кошара и не думает о своем бластерком-то стрелять. Давайте усилим амбала. О! Хорошо-то как, а? Ракеточка. Мины, естественно, мины. Так, побольше этих маленьких. Ну ведь я ставил же на усиление двоих. Почему ты усиливаешь мне одного, а? Я не понимаю. Так, ну пока вроде как на равных, да? В нейтральной территории стоим. Ни его, ни мои не могут пройти. Вот, мой прошел. И мы долбим кота. Причем мы начали это делать вроде бы как первый, да, если не ошибаюсь. Хотя у меня вроде немножко покоцано. Ну да ладно. Давай, ниндзя. Набивай очки. Ну, амбал, амбал. Ай, какой там амбал, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, вылетай. Тут уже бесполезно оборонять. Так, у него пока двое. Давайте, орда моя, летите. Летите и гасите этого сранокота. Ох ты, как мы его хорошо-то, ребята, приголубили. Вы посмотрите, почти сожрали сердечко у него. Да, недолго радовались, конечно. Опять он всю мою армию разбомбил за какие-то там считанные секунды, грубо говоря. Меня это нисколько не утешит. Я не могу понять, почему ульта не срабатывает, хотя она вроде бы как накопилась. Кликаю, нифига не происходит. Очень странно. По каким критериям она вообще срабатывает? Так, ладно, ну-ка, мины. Давайте побольше маленьких, побольше. В обучении все время показывали, да? Если вы хотите воспользоваться ультой, ставьте побольше маленьких. А что толку-то? Ну вот они летят, а смысла нету. Ладно. Так. Ниндзя, давай там обороняйся, помогай, блин. Как эта ульта срабатывает, я не понимаю. Вот она накопилась, блин. Я на нее нажимал, ничего не срабатывает. Что он там опять делает? Ага, он усилил свои. Ну, естественно, кстати, мы уже у него второй сердечко подсим, ребята. А, это замечательно. Давайте, ребятушки, под усилением. Ребятушки! Одного усилил, блин. Ай, слов нет у меня. Давай, ракета. Вот, вот ракета, это самое эффективное, что у нас вообще есть. Ее надо будет раскачать, кстати, полностью. И тогда у нас, я думаю, дела пойдут. Так, мины. Ну давайте вы понапарывайтесь на них, а. А у него, смотрите, у него все как полагается. И ульта срабатывает на моей территории, блин. И ракеты летят, и пушка эта достает, блин. Все как надо, блин. Надо же, сработало на одного. Ё-моё, блин. Какое счастье, блин, а. Так. Давай, давай, пилорама. Нечего тебе там дурить. Да, я просто не успеваю этим ниндзя поработать, его приходится постоянно выкидывать в бой, потому что смотрите, что происходит. Они на моей территории кружат, как все дома. Так. Минное поле сработало. Причем мины почему-то стоят в пучку, не чтобы они были разбросаны как-то по всей моей вот этой вот территории. Нет, они стоят в кучке. Ладно, не будем придираться. Давай, ниндзя, вся надежда на тебя. Коцай его там. Ну... Давай, давай. Ага, он зарядил ульту. Да ну что ты вот отвлекся на этих уродов? Давай ты, коцай. У него последнее сердечко, ребята, последнее сердечко. Смотрите, вот это пошло дело, ребята, пошло дело. Ну, давай, лилипуты там, прикрывайте тылы. Я не знаю, что хотите, делайте. Пока мы ниндзя, они переключились на него. Ну, добей ты его, ну. Ну, ну. Есть, ребята. Слушайте, блин, поперло, по-моему, нам, братки, а? Смотри, что делаю, а? Да еще и 3 звезды получил. Ну, разве я не красава, а?
Ух, и у нас, ребята, 16 уровень. Ну что же, давайте глянем. Правда, честно говоря, не помешала бы небольшая передышка. Йоу, я так рад, что мы снова стали большими. Мистер Кот приказал не отступать. Сейчас покажу тебе, кто главный на районе. Ну что же, Косморейтер, давай, пока я в раже, я тебе, наверное, сейчас наковыляю. И мне действительно хотелось бы верить, что я ему наковыляю. Я думаю, что здесь с каждым уровнем все-таки противник становится сильнее. Или здесь 50-50. В общем, я не знаю. Будем бороться, ребята, до последнего. Так, мы сколько с вами прошли? Так, раз, два, три. Бускот. Так, это третья миссия. Кстати, ребята, близится у нас финал игры. И насколько вы видели, и насколько я понял, тут всего 18 уровней. Не знаю, будет ли дальше обновление этой игры или нет. Но, если честно, хотелось бы. Ну, в общем, мы посмотрим, когда дойдем до конца, что там вообще будет. Так. Пока, ребята, смотрите, пока мы на коне, мы даже его коцаем. Уже сердечко, ну как, не забрали, но немножко отобрали, конечно, жизни у него. И меня это прекрасно. Смотрите, как ниндзя прям вот действительно, как это называется-то, в стелсе зашел к нему и из-под тишка. Да, умер, конечно, с честью, но практически отобрал сердечко, ребята, практически отобрал. А это, знаете, какого фига ты тут прилетел, а? Иди отсюда, кришнерукий. Пока тут рассусоливаю, он уже подкрался ко мне. Захотел такую же тактику, как мой питомец сделать. Ну, извини, не тут-то было. Ты еще не дорос до моего стратегически умного ниндзя-бота. А вот и он, красавчик мой. Давай. Я надеюсь, ты повторишь свой подвиг. А я для тебя пока здесь расчищу путь. Давай, красава, лети, лети. Попутного тебе ветерка. Вот ты какой красавчик. Да куда ж ты, блин, переключился-то? Ну, вот. Вот это уже другой разговор. Так, что у меня тут? Давайте, маленький, на подмогу. Я вас немножко усилю. А что, усиление-то не сработало? Я не понял. А, нет, сработало, все нормально. Что-то я тут уже сгоряча начинаю на них гнать. Так. А что, у меня от армии ничего не осталось, что ли? Ульта моя почему-то не хочет срабатывать. Ни одна, ни вторая. Ой, а как это у меня уже столько хпшек отняли, а? Кто посмел? Вроде на моей территории не особо никто не кружился, а? Нет, вот сейчас я вижу, конечно, что клешнеруки тут пляшут. Но до этого-то никого не было. Так, ребят, у меня аж в горле пересохло. Так. Давай, ниндзя, я помогу тебе добраться до этого маразматика. Рэпер одноглазый. Ну почему ты переключай? Вот, давай. Вот. А я уже буду тебя тут... Да куда ж ты опять-то развернулся? Ну ядрить твою на корень-то, а? Я тебя для чего посылал туда, блин? Ты должен быть как этот, блин. В тылу врага, незаметен, блин. А он, блин, бомбанет одного, переключит на другого. Вот, вот сейчас ты делаешь... Твою налево, а? Ульту и снесло. Да, теперь он появится не скоро. И армии у меня нету. Ладно, вся надежда на зубастика. Зубастики нас не раз спасали в трудную секунду. Так, ракеты. Где ракеты у меня? Ракеты пошли. Так, давайте, зубастики. Вы хоть и маленькие, но и ярые. Ярые у меня и злобные. Так, смотрите-ка, как быстро у меня ниндзя вернулся. Естественно, мы его сразу же отправляем в бой. Пока, как говорится, пока здесь жарко. Ну, давай, красавчик, ну. Вот, тебе даже клешни руки помогает. Да, слишком много он, конечно, не помог. Ну что ж ты переключился? Вот почему я не могу... Смотри, что делать, да? Он стреляет в моего ниндзюцу со своей базуки. А базука у него что? Ионный магнитофон. Да, здорово придумали. Ну что, вкусили?
Сладость моей ульты, ребята. Да, жалко, жалко, конечно, что убили моего ниндзю. Но все-таки он там немножко диверсии наделал. Ёлки-палки, смотрите, он их укрепил, да еще такую рать сделал. Ё-моё. Так, тут уже идет речь не о наступлении, а об обороне. Так, где, где, что? Давайте, лилипутики, летите. Ульта до сих пор не хочет срабатывать. Ракета пошла. Мины. Смотрите, как здоровски ниндзя у меня восстанавливается очень быстро. Ну и как обычно, мы его отправляем сразу же в бой. Пока здесь очень жарко. Так, ну что, ребята, мои, смотри, мои, мои подкрадываются, точнее даже пробиваются через его ничтожные, в принципе, армейки. Нет, ну как всегда делает свой гребаный крик, который станет всю мою армию. Он употребляет ульту, которая разбивает ее. Да, я, честно говоря, такого не ждал. Подкопил, гад, подготовился. Ну что же, будем опять ждать подходящего момента и опять жить на наших малютках, обороняться ракетами, минами, ждать нашего ниндзю. Так, давайте, грызуны. Так, а вот и мой ниндзя. Лети-ка ты с попутным ветерком. Давай, я тебя немножко прикрою. Помогу. Да что ты делаешь, а? Чё ты все в него? Ага, ага, классно, давай-давай. Вот как раз я ветерок подду к нему. И залетел бы ты со спины так к нему. Да куда ты переключился-то опять? Нет у меня слов. Давай я сейчас опять еще дуплись тут. Да, ульто его снесли. Даже не успел и рта открыть, блин. Так, а ну-ка иди отсюда. Что тут вообще делаешь рядом со мной, я не понимаю. Как ты тут пробрался, так сказать? Так, мины. Хорошо, сейчас мины сработали, а, ребята? Ну как вот, я не могу понять. Я делаю усиление на кучку своих красных роботов. Из этой кучки всего один или два усиляется. Я думал, что он будет усилять всех. А он, походу, избран, что ли, не знаю. Так, ребят, пока тут бубню с вами, блин, происходит фигня полная. Так, ну что, 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 давай, 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 пробиваемся. Тут как бы очень тяжело, тут надо или играть, или болтать, я не знаю, тут очень сложно и играть, и болтать. И следить за этим всем, как бы. Иногда можно и такую хрень спороть, что сам подумаешь потом, что я сказал. Так, ну, ну давайте, ну. Да ядрить твой ногой, ну у него осталось-то десл. И... Давай, зубасик, вся надежда на тебя. Пусть тут пару раз, куснул ты нафиг пару раз, конечно. Конечно, блин. Ну хоть кто-нибудь, ну хоть какая-нибудь мелкая вшивая там поганка долетела бы до него, да... Царапнуло бы его разочек, а? Ну, у него жизни там на пол затяжки, я не знаю. Ну, давайте, 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 красавцы. Давай, качни руки. Так, ниндзя, вылетай нафиг. Я надеюсь, ты сделаешь диверсию. Давай, вот этот маленький, ну, вкусни его разочек. Да что ж ты в стан-то его вогнал? Ну, 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 ну. Есть! Йо. Все, ребята, делаю передышку. Получили мы с вами какой-то новый скилл. Так, дали нам 3 звезды. Я открыл новые достижения. В общем, все как нельзя хорошо. У нас осталось впереди 3 уровня, ребята, 3 уровня. Ну, а на этом, ребята... Так, замедляет все, кроме накопления ресурсов у игрока, это хорошо. Ну, а на этом, ребята, я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих боях. Всем пока! Can't stop now.